Друзья, вот что я сейчас буду кушать. Короче, вот. Вот такая вот штучка. И тут в этой штучке у нас вот что. Крылышки. Совсем чуть-чуть картошки фри. Вообще мизер. И сливочный соус. Вот, друзья, сейчас буду это кушать. Если вы сейчас тоже кушаете, вам приятного аппетита. В общем, друзья, начнем. Попробую картошечку. А, кстати, соус не сливочный, я неправильно вам сказал, а сырный. Сырный соус Хайнц, вот. Брат Женя купил. Вот так вот. Ну, кто купил, можно было бы не говорить, я видео записываю. Кожаные туфли? Да. А где? Парус. Последняя пара, и они ему сделали 1000 скидку. Такая интересная, да? Ну что, он с Сашей курит сейчас, да? И ремень. Нет, пошел в Пятерочку сейчас пиво еще купить, он нам. Да. Без пива и рыбки. Друзья, крылышки очень острые вообще. Нет. Да. Нет, очень острые. Нет. Такие же острые, как крылышки KFC. Я сейчас с Лизой поболтал. Ездили они ну, в областную больницу по поводу зрения. Разговаривал по зрению, и сказали, что вроде бы у него нормальное зрение, там астигматизма они не видят. И это. Сказали, что это показаться в конце года, очки носить пока не надо. Это вообще хорошо. Я очень рад. Потом после больницы Лиза говорит, я хочу в Макдональдс, мой животик проголодался, бурчит. Вот они ее в Макдональдс отвела, она там поела, а потом в детский развлекательный центр отвела там. Она игралась там везде, бесилась. А что она ела? Ну, вот эти гамбургеры там, картошку фри. Короче, сказали, пока очки не надо ей носить. Я по скайпу с ней разговаривал, но болтали. Ну, а потом она уже, у нее планшет сел, короче, она хочет мультики посмотреть, ну, и надо включить ноутбук. И она мне говорит, все, я выключаю. Я говорю, ну, давай еще поболтаем. Нет, я уже с тобой наболталась. Я тебе, говорит, попозже перезвоню. Как можно, ты уже спать будешь.
Что ты, Плюш, купила тебе наполнитель? 1000 рублей. Чтоб ты жив был. Шучундра. Идет на взлет. Сейчас взлетим. Женя, короче, пивасика себе захотел, да? А что ж он с Ваней не пошел? Он не забирался, чтобы постоять с Ваней, и завтра будет с утра операция. У Вани? Ну, глаз. Глазами что. Он сказал, что он стоит возле перехода. Что-что? Что он стоит возле перехода. Вот пошли вон там. Не, ну нормальная фирма, раз они столько платят. Зря он, конечно, ушел оттуда, да? Ну, зря, что не ушел. Что они сейчас это, а в июле он пойдет. Сколько так Блин, такая холодина, так хочется в ванне погреться, бро. Ну, да. А воды нету. Не, ну я ведро себе подогреваю, сейчас помоюсь, что вдруг утром не включат. Фастфуд. Ты любишь фастфуд? А? Я говорю, вот он. Ну, я говорю, ты любишь фастфуд? Он же вреден. Друзья, слышите, как у нас стиральная машинка работает? Такое ощущение, как будто самолет взлетает. Мы сегодня на машине ехали. Ну и там как бы водитель этот мой все по правилам сделал. Там
там поворот, он показал указатель, ну, включил поворотник, стал медленно перестраиваться. А сзади такой сигнал сумасшедший, сигналит без остановки. Потом мы так уже стали сворачивать, ну, к повороту. Он нас обгоняет, останавливается и кричит: «Придурки!» Прикинь, за что? Ладно. На какой машине? Да на какой-то машине, я не помню, там на иномарке какой-то. Нет, вы на какой машине? Мы на обычной, на которой ездим к тебе. На Сапожкиной? Да. Нет, если бы он что-то там неправильно делал, там, ладно еще, можно понять там. А то все по правилам делает, блин. Еще какие-то мудаки вот так находятся, блин, и кричат, блин. Мы сегодня вообще в такую пробку попали. Так вы во сколько приехали? Сейчас вечером? 5:30 приехали. Всем, друзья, пока.